Три турнира, три победы. За месяц воспитанник Дюшекар Василий Поздяев успел побывать сразу на трех серьезных турнирах. Сначала спортсмен одержал победу на международной матчевой встрече сборных Нижегородской области и Беларуси. Не успев поставить награду на чемпионскую полку, молодой человек вновь отправился покорять вершины спортивного олимпа. На этот раз в Нижний Новгород на турнир Бориса Корнилова, где молодой человек стал первым в своей весовой категории. Чтобы быть первым, нужно выходить, доказывать то, что ты лидер. Ты должен, во-первых, знать внутри себя то, что ты лидер. И ты выходишь, ты просто это доказываешь. Кровью, слезами, потом, неважно чем. В боксе ничто не должно влиять на ринг. То есть внешние факторы – это твоя семья, твое эмоциональное состояние. Хоть у тебя депрессия, хоть что. Ты должен приходить на тренировку, ты должен выходить на ринг и драться. Третьим для Василия Поздяева стал турнир заслуженного мастера спорта Василия Кудрявцева в Иванове. На соревнования съехались спортсмены со всей страны и ближнего зарубежья. Василий Поздяев стал чемпионом и привез домой не только кубок, но и звание кандидата в мастера спорта. Еще два воспитанника Дюшекар, Илья Анучин и Максим Житков, стали обладателями серебряной и бронзовой медалей. Турнир хороший, он известен в России. Приехали 4 команды даже из-за рубежа. Вот. И с России тоже такое представительство было солидное. Ребята выступили, считаю, достойно. Все ребята на этом турнире провели международные встречи. Вот это впервые у них в карьере. В скором времени спортсмены вновь отправятся на очередные соревнования, где им предстоит продемонстрировать свои отработанные навыки и технику, а также достойно проявить себя на ринге. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.